Юная вокалистка из Петропавловска Ева Джантлиева одержала главную победу гран-при на международном фестивале-конкурсе «Раван». Проходил он в Алматы, где собрались талантливые дети из разных городов Казахстана и России. Девочка исполнила известную во всем мире композицию «Je t'aime» Лары Фабиан. Подробности далее. Ева Джантлеева поет с 5 лет. Сейчас ей 15, и планы на будущее у нее также связаны с музыкой. В этом году девочка заканчивает обучение в школе искусств №1. Планирует поступить в столичный колледж, а дальше обучать вокалу у других. За спиной у нее уже немало побед на конкурсах в разных городах Казахстана и России. Теперь в копилку добавился гран-при фестиваля «Рауан». Победу принесла песня «Je t'aime» Лары Фабиан. Песня нравится, нравится французский язык. Вот. Эту песню мы вообще хотели давно петь, но еще возраст не подходил, в принципе, под эту песню. Вот и недавно мы сделали такой выбор в сторону этой песни. Когда я пою, мне становится прям лучше морально. Вот. Ну, просто вот любые песни вот, взять вечером под караоке спеть, мне сразу вот лучше. И ну, все время замечаю какой-то прогресс в голосе, то есть начинается получаться некоторые элементы, которые раньше не получались. И это... Всего в конкурсе участвовали свыше 40 человек. Еву сопровождала ее педагог Инна Киянцева. Говорит, все ребята были с хорошей подготовкой и сложным репертуаром. Но, несмотря на такую конкуренцию, талант девочки оценили по достоинству. Она у меня занимается 7-й год, она у меня выпускница. Поэтому за время вот нашего с ней путешествия по миру музыки мы были в Петербурге, в Омске, вот часто в Алматы были тоже. Поэтому, да, мы постоянно участвуем в конкурсах. И мы, конечно, собираемся дальше идти. Возможно, поехать куда-то за границу, надеемся, на какой-то более серьезный, например, конкурс, где будут соревноваться только вокалисты, да, уже прям профессионалы. К слову, призовые места с фестиваля привезли и другие ученики школы. Адилия Кушекова, Анатолий Беланок, служба новостей.